Вообще, по сути, говорят, это место проклятое. Так как... Всем привет! После того, как нас поймали туда в Припяти, ну как споймали, после того, как мы сдались в Припяти, мы решили пойти второй раз. Мы не стали снимать дорогу, так как мы уже дорогу выложили, но пошли мы чисто вдвоем с Васей, так как у остальных не было просто сил. Дошли вот до вот такой вот школы. Вот, сейчас, короче, будем забираться. Это самая сохраненная школа, туда мало кто, по идее, проникал. Вот, и сейчас, знаете, короче... то мало кто проникал, потому что эта школа находится прям как бы на самой окраине Припяти. То, знаете, она находится прям, можно сказать, в самом конце почти. То есть все заходы, как бы, самое начало, там немножко походят, а мы решили пойти, как бы, обойти сам Припять, чтобы было более безопасно, и зайти, как бы, с самого конца Припяти. И, как видите, ее, короче, везде позабивали, типа, наверное, хотят, чтобы она сохранилась. Типа, единственное здание такое, которое очень хорошо сохранилось вообще в Припяти. Потому что другие здания все прям просто разграблены. Что, короче? Полезли. Будем смотреть, типа, что тут есть. Не хрена себе. Как я и говорил, это получается заброшенная школа. Тут, видимо, видишь, вещи очень сильно, чтобы он сохранился. Да, тут прям столько этих детских игрушек. Да, только почему-то она чуть стертая, да? Движение. Выезд запрещен. Въезд запрещен. Въезд запрещен. Бля, так нифига с фонариком снимать. Да. Да? Он прям четко кадр делает. Будем ходить дальше по этажам, посмотрим, где что. И я. Машинка. Ох, нихуя себе. Возьми с собой. Да, мне кажется, это чего-то прибавило. А чего? Там, наверное, какие-то будут замки дальше, я думаю. И он там дверь.
попробуем, может что-то опять не подходит. Ага, что-то мне кажется, ничего не подходит. Мне кажется. Короче, нам нужно где-нибудь сумки оставить. Сейчас я так посмотрю. А, просто забито. Ну это к лучшему. Ключи нам понадобится дальше. Поехали домой. Давай, Саша, фонарик. Отдай фонарик. Фонарик, дай иди. Иди сюда. О, смотри, не хочешь себе кепку? О, это этот. Я понял, не этот. Смола, еба. Смотри, мне кажется, ты чем-то воняет. А что там ножички? Я вот думаю, может что-то установить камеру, блядь, смотри, коридорчик криповый. Ну давай смотри, ты эту камеру поставишь, если что. А вдруг если что-то будет интересно, я тогда скажу, типа, чтобы как бы смотрели такого у тебя. Блядь, вообще. Ёбаный в рот, как все жутко. Прикинь, если смотри, я тебя вижу. Пасянчик. Мне кажется, ты лучше не разделяться, как в фильмах ужасов. Да, подожди. Дай этот камень поставлю. Его выбрал, откуда она? Ебать, как пиздец. Капец. Да, давайте я тебе покажу то, что я задеваю сейчас, наверное.
Под Приве, там еще.